Я бы все-таки не делил на вот, либералы, патриоты. Я бы делил общество все-таки на духовных и бездуховных. Это вот самое главное качество, которое отличает человека. Или он человек, который живет духовными стремлениями, целями. Или человек, это очень, человек бездуховный и живет очень низменно, и такой чувствами, невысоким чувством питается и руководствуется по жизни. Все, вот это два отличия, которые разделяют людей. Потому что все остальное, здесь много разных понятий еще ситуаций, но это самое главное, вот, определяющее человека качество. Или ты служишь Богу, или служишь дьяволу. Все.